Новые автомобили вручили охотоведам Новосибирской области. Почти три десятка уазовских фургонов, усовершенствованных, разъехались по районам. Вы на чем до этого ездили? На таком же, только год выпуска, 2008. Ему уже 14 лет. Ну, там и рулевое, здесь гидроусилитель, там обыкновенный руль. И комфортность маленько похуже. Ну, и уже или 14 лет, или новый автомобиль. Разница есть. Сергей каждый день проезжает по лесам Карасукского района по 180 километров. Охраняет угодья, пополняет запасы питания для диких животных, в кормушках работает с местными охотниками. Его коллеги выполняют такую же работу по всей области. Автопарк службы был близок к полному износу. В этом году его полностью заменили. На средства из областного бюджета купили 43 автомобиля. Программа технического обновления продолжится. В два следующих года на нее потратят более 100 миллионов рублей. Кроме того, что приобретаем автомобили, УАЗы, конечно, охотоведам необходима техника внедорожная. Это снегоходы, это снегоболотоходы. И вот в следующем году акцент будет сделан в сторону приобретения этой техники. У нас практически в каждом районе есть районный охотовед, которому нужен снегоход. Вот это первоочередная задача. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.